День начинался обыкновенно, с осмотров, то есть все шло в штатном режиме. То есть до того момента, пока вот нам не позвонили дежурные. Поступил вызов, что много раненых и покалеченных людей. То есть мы даже не знали, что взрыв произошел. Мы шли, и мы не знали, на что мы идем. Ну вот в тот момент опасения за себя почему-то, ну как-то не было, нет. Даже непонятно было вообще, что там теракт или что-то еще. И было, конечно, страшно, но мы схватили сумки и побежали на вторую технологию. То есть мы были на одной стороне технологического института, а взрыв произошел на другой. Когда вошли мы на платформу, было очень большое количество людей, лежащих, то есть с различными травмами. Люди были изувечены, ну то есть страшная картина была, ужасная. Но пассажиры, те, которые менее травмированные, они, конечно, молодцы, они нам очень здорово помогали, многие. В голове было только одно, вот помочь всех, вот просто помочь людям, всех поднять. Вот это первое было в голове, мы даже вообще о себе, я не знаю, не до этого было. Я вот только помочь, вот чем могу, что могу. На следующий день, когда сидишь и понимаешь, что это чьи-то дети, чьи-то матеря и чьи-то отцы, конечно, накатывает, да. Тяжело было, конечно, тяжело. И морально, и психологически тяжело было, конечно.